フフフフフ。 Здравствуйте. Ну, меня попросили рассказать про акционизм об акциях. Наверное, сейчас принято так, стоит сказать, что сама по себе эта практика достаточно древняя, и корни, собственно, акционизма мы можем увидеть в пятом или шестом веке нашей эры. Это, конечно, юродивые и различные святые ранний христиан. Но в качестве примера можно, например, привести поступок известного юродива Никола Саласа, который протянул кусок мяса Ивану Грозному в тот момент, когда Иван Грозный шел на Псков для того, чтобы разгромить элиту, политическую элиту Псковской, Псковского княжества. Вот Никола Салас протянул кусок сырого мяса Ивану Грозному, на что Иван Грозный его сказал, что сейчас пост – и мясо никто не ест. Он говорит, ну ты же человеческое мясо ешь. Ну и вот по легенде считается, что на Ивана Грозного это произвело такое впечатление, что он повернул, и Псков остался в целости и сохранности. Напомню, что перед этим он разгромил Великий Новгород, и с этого момента, надо сказать, был настолько серьезный, настолько серьезный удар, что с этого момента известная иконописная школа новгородская, в общем, пресеклась, потому что многие художники, которые остались, были вынуждены уехать из Новгорода. И, собственно говоря, если она и продолжалась, то это все уже было на задворках русского севера. Однако, если мы будем говорить о еродивых и вот блаженных и вот подобных, подобные поступки, то, конечно, мы не можем не отметить, что в основе этих жестов было либо политическое усилие, да, или политическое ядро, либо в большинстве, конечно, случаев этическое, то есть еродивые э, блаженные ру, э, руководствовались э, скорее этическими э, какими-то императивами э, для того, чтобы пойти на этот поступок, совершить этот поступок. Э, акционизм, если мы будем его э, понимать уже в непосредственно в том смысле, в котором он существует на данный момент, в основании имеет, конечно, эстетические интенции. То есть определенный закон, который, ну, скажем, объясняет, почему и как это сделано. Да? То есть эстетический закон, он в основном говорит о том, как это сделано, и анализирует сам по себе процесс акции. Итак, уже подходя к более близко к нашему времени, первые акции, они еще тогда не назывались акциями, делались в начале 20 века. Это в основном связано с движением футуристов, итальянских футуристов, но и русских тоже футуристов, или как здесь в России их называли кубофутуристами. Вы, наверное, знаете поэтов Владимира Маяковского, Велимира Хлебникова, но были и художники это прежде всего, конечно, Казимир Малевич, Татлин, группа художников, как они себя называли, левого направления. Вот они тоже делали различные акции, хотя, надо сказать, в то время не было названия, то есть никто не понимал это как определенный тип или жанр художественной деятельности. Ну, часто это воспринималось как выходка. Самое известное, наверное. И сейчас кажется, что, что здесь скандального? Самое известное, когда художники во главе с Малевичем прогулялись по Кузнецкому мосту, засунув в петлицы деревянные ложки. Это вызвало необычайный скандал об этом писала вся московская пресса того времени. И для нас это как-то вообще даже странно, да? Надо сказать, что художники уже 90-х годов во главе с Авдием Тараганяном, который занимался апроприацией. Апроприация — это такой метод, <coughs> метод заимствования. Да? Ну, собственно, переводится как заимствование. Он повторил перформанс Малевича с компанией, пройдясь по Кузнецкому мосту с этими ложками, понятно, что это не, никто вообще даже не обратил на это внимания. Не то, что об этом не было написано в какой-либо прессе. И вот здесь вообще-то интересно, да, вот когда мы погружаемся в историю, то подобного типа действия, они на самом деле очень много говорят об обществе того времени. Да, то есть мы можем понять, чем и как жило общество начала века. Да, вот когда художники проходят с ложками в петлицах и об этом пишут все газеты, мы можем из этого заключить, какова была атмосфера того времени. Да, как, собственно говоря, люди одевались, на что они обращали внимание, что для них было важным, что было второстепенным. То есть это, в общем, конечно, чрезвычайно важное действие, да, в том числе, конечно, и для антропологов, которые посредством подобных действий могут судить о прошедших, прошедшем времени. Но, повторяю, что в это время еще это не называлось акцией, и не было еще осмыслено как какая-то независимая со своими. Законами, со своими условиями практика. И так, собственно, продолжалось приблизительно до конца 60-х годов, художники время от времени делали подобного типа действия. Конечно, уже сейчас мы можем говорить скорее о художниках Западной Европы, потому что после 1932 года 1932 года, когда значит, был Сталином и компанией создан Союз художников, Союз писателей. И, в общем, вся, так сказать, независимая или какая-то необычная деятельность в художественном контексте Советской России была прекращена. Но, повторяю, что в Западной Европе это все продолжалось в той или иной степени. И вот в, 60 в конце 60-х годов возникло несколько художников, которые уже стали осмыслять подобного типа жесты или действия именно как независимый художественный жанр. К этим авторам относятся ну, как бы три, как всегда, в искусстве есть такая как бы ведущая троица. Это Крис Берден, это Вита Окончи и известная здесь выставлявшаяся Марина Абрамович. Вот эти, собственно говоря, три человека, которые уже, с одной стороны, сконцентрировались именно на, и только на акционистской или перформансной деятельности и которые осмысляли это как независимый жанр со своими законами и со своими так сказать, параметрами и со своей проблематикой. Ну, если вообще брать какой-то самый, наверное, спорный вопрос в этой деятельности, в деятельности акционизма, он был в свое время сформулирован Крисом Бёрденом как раз, и сформулирован он был против доминирующей тогда в американской художественной жизни идеи и концепции художественного формализма Климента Гринберга, одного из самых известнейших в XX веке искусствоведов и художественных критиков, который, собственно говоря, утверждал, что художественное произведение может состояться только в том случае, если между художественным образом и зрителем существует дистанция. То есть необходимость дистанции является важным конститутивным моментом возникновения художественного артефакта, искусства. Собственно, вот против этой, этого постулата Крис Бёрден и начал свой поход. И один из его перформансов, довольно известный, ну я не буду его подробно описывать, его как бы концептуальную составляющую, но в этом перформансе Крису Бердену стреляли из ружья в левую, по-моему, руку. Ну, например, другой перформанс Криса Бердена, когда он себя реально распял на э, Volkswagen, на капоте автомобиля Volkswagen. То есть э, э, вот эти вот все большинство, скажем так, перформ, ранних перформансов Криса Бердена были связаны с достаточно серьезными э, физическими страданиями, да, можно сказать, увечьями. И, э, собственно, мы, конечно, понимаем, что когда э, человек страдает, то та самая дистанция, о которой говорил Климен Гринберг она теряется или, скажем, сокращается до неразвлечения. Ну и вот, собственно, эта главная тема или главная проблема была сформулирована, она, надо сказать, до сих пор существует как неразрешимая. Да? То есть она всякий раз, заново в тех или иных акциях, в тех или иных жестах или перформансах поднимается снова и снова. И э, здесь вы можете, за, так сказать, задать вполне закономерный вопрос: а, ну, как бы, вот она поднимается, но это же, типа, ну, ясно, что эту проблему не решить, да? Раз она все время поднимается, действительно, эту проблему не решить. Но как <сасправда> самым парадоксальным образом вдруг стало ясно, что именно сам факт реактуализации этой проблемы делает тот или иной жест художественно значимым. То есть, если раньше Гринберг говорил, что произведение искусства может возникнуть только тогда, когда существует дистанция, а Крис Бёрден сказал, что это не важно, то, собственно говоря, что поняли э, люди после того, как э, была реализована акционистская деятельность Криса Бердена, Марины Абрамович и Вита Акончи, они поняли, что для того, чтобы художественная проблематика возобновлялась, для этого ее надо все время ставить под сомнение. Надо ее все время э, как бы Ставить под сомнение и экзаменовать. Да? Все время ее ставить под сомнение и экзаменовать. Это, собственно, и есть подобного типа деятельности, есть не что иное, как продолжение художественной практики. Теперь маленький, маленькое отступление. Значит, необходимо различать уже вот как раз после 60-х, 70-х, 80 х годы стали различать три вида действия, публичного действия, ну, как бы, которые по-разному называют перформансами, акциями, хэппинингами. Вот, собственно, есть три вида деятельности. Это перформанс, акции и хэппининг. И у них есть некоторые различия. Вот надо об этом несколько слов сказать. Хотя в таком что ли обыденном языке эти термины взаимозаменяемы, но если строго говорить, то между ними, конечно, существуют серьезные различия. Значит, что такое перформанс? Перформанс это вид публичного действия, когда четко разделены участники художественного действия и зрители. Это очень важно что существует это жесткое разделение, и все зрители, собственно, оповещены о том, что в некотором пространстве, в какое-то время будет происходить какое-то художественное действие. Этим, собственно говоря, перформанс, вот это, собственно, такая основа, да, конститутивная основа перформанса. Что такое хэппенинг? Сейчас он менее употребим этот термин, но в принципе часто художники называют перформансами то, что на самом деле является хэппенингом. У хэппенинга не существует такого различия между участниками и зрителями. То есть зрители одновременно могут стать участниками и даже приветствуются, когда зрители начинают вовлекаться в то или иное художественное действие. То есть вот эта граница, которая существует в перформансе между участниками и зрителями, в хэппинге размыта, а в идеале ее вообще не должно быть. Тогда получается, что для хэппининга, собственно, участники это не что иное, как инициаторы, да? то есть они что-то инициируют какие-то действия, и вот в эти действия начинают как бы подтягиваться, захватываться, да, зрители, которые начинают вместе с ними участвовать в этом действии. Понятно, что вот эти условия, они, конечно, делают хэппининг совсем другим по своей структурной э, составляющей, да? потому что то есть для того, чтобы люди могли куда-то втянуться, для этого они, это должно быть э, по крайней мере очень понятно, да, это не должно быть особенно рискованно. это должно быть, наверное, весело, ну и так далее и так далее, да, то есть это э, кардинально э, внешне эстетически отличается от перформанса. Перформанс у него совсем другие визуальные характеристики. И, наконец, акция. Акция – это действие, которое происходит без договора, да, то есть некоторым явочным порядком. То есть у акции зрители – это не зрители, а свидетели. То есть люди ничего, собственно говоря, не знают, и вдруг в этом месте происходит акция. То есть акция подразумевает вот это явочным порядком устроенное действие, да, где окружающие могут быть неподготовлены. Хотя могут быть и подготовлены. То есть, но просто людям говорится, что вот в некотором месте, в некоторое время будет происходить акция, но не говорится, где она будет конкретно происходить, в чем она будет состоять. И каждый должен, как бы, что называется, на нее реагировать в реальном времени. Естественно, что в акцию, так сказать, видят большое количество людей неподготовленных. Соответственно, эти неподготовленные люди могут как-то неадекватно или по-своему реагировать на эту акцию. Ну и как вы понимаете, что художник, который делает акцию, должен быть готов к подобному типа эксцессам. И, конечно, подобные условия создают совсем другой тип художественного действия. Да? То есть, когда есть зритель, и этот зритель превращается в свидетеля, это, конечно, совсем другое по тому результату, который получается. Но вот эту градацию... Я сейчас вам рассказал, ну и последний, наверное, так сказать, кусок моего выступления это, наверное, я расскажу про российские традиции уже последнего времени. У нас в советское время существовало Легендарная, но до сих пор она, в общем, существует группа Коллективные действия в главе с инициатором и основателем этой группы Андреем Монастырским, который в 70-е годы проводил перформансы и акции, даже в большей степени, наверное, они акции на, за пределами Москвы. Даже вышла такая книжка у них под названием «Поездки за город». И все это, собственно говоря, документировалось. Ну, я не буду рассказывать про какие-то, хотя, наверное, имеет смысл рассказать про какую-нибудь одну акцию. Ну, например, вот такая акция была, на мой взгляд, гениальная совершенно, называлась она «Время действия». Значит, люди пришли на край Киевогородского поля и увидели, что, на этом, <coughs> что из этого поля, на краю этого поля лежит веревка. Эта веревка уходит, соответственно, пересекает все поле и уходит в лес. Ну и, собственно, задача была тянуть эту веревку из леса. И вот это мероприятие продолжалось четыре с половиной часа. То есть люди тянули 4,5 часа веревку и лез, она все не кончалась. И все это происходило, я не помню, в каком точном году, ну где-то там, скажем, в 78 году. Вот. Вы, конечно, люди молодые, не очень знаете, что такое советская власть, но вот я могу вам сказать, что для, времени, для того времени достать веревку вот в таких, что называется, производственных количествах, но это, ну, это чудо, потому что э, вся, все средства производства, собственно говоря, были у государства. И э, представить себе, что где-то вы имеете вот веревку, которую можно тянуть 4,5 часа, это было, конечно, совершенно невозможно. Но вот они 4,5 часа тянули, но ну, и в конце вытянули. Да? То есть ничего на конце этой веревки не было. И, ну, понятно, что, наверное, переживать само по себе это мероприятие было, может быть, скучно, хотя бы, может быть, и нет, потому что, вот, повторяю, вот этот вот момент, когда же это кончится, да, когда же это кончится. Вот, понятно, что на другой стороне в лесу стояли люди, которые на руках держали этот гигантский моток, потому что, ну, веревка бы не сматывалась, если бы ее не держали бы на руках. Да, то есть надо там на 4,5 часа люди стояли, менялись, и как бы чтобы эта веревка была свободно сматываема с этого барабана. Вот. Ну и, конечно, это очень хорошая акция, которая показывала и была, на мой взгляд, просто идеальной метафорой того времени, этого брежневского такого мутного, тупого застоя, такого монотонного бессмысленного, такого, как бы, такой монотонной, бессмысленной жизни. Поэтому я считаю, это одной из выдающихся акций 70-х годов. Ну, конечно, существовали разные другие группы, я сейчас не буду говорить о них в не только коллективные действия, просто коллективные действия наиболее фундаментальная и очень интересная художественная группа. Второй, скажем так, этап развития акционизма в России пришелся на 90-е годы, который получил название ⁇ Радикальный акционизм ⁇ Собственно, его отличительной характеристикой является то, что эта деятельность стала происходить в публичных местах. Все-таки деятельность акционизма 70-х, 80-х годов в основном была за пределами Москвы, за пределами публичных общественных пространств. Это, вот, повторяю, там Киевгородское поле или где-то какой-то лес – тоже в общем за пределами в основном Москвы, ну в лучшем случае может быть парк какой-нибудь московский. 90-е годы в этом смысле добавили нового новый смысл, а именно публичные общественные пространства стали некой ареной для художественного действия, и вот возник этот московский радикальный акционизм одним из представителей, которого я являюсь. В каком смысле даже и родоначальником? Ну, моя первая, вернее, у меня было много разных акций, ну, первая известная, наверное, акция, когда я с друзьями выложил слово ⁇ хуй ⁇ на Красной площади 18 апреля 1991 года. Вообще, если говорить, почему возникла эта вторая, вторая волна акционизма да, и как бы ее другие совсем параметры, то, конечно, здесь нельзя не отметить, что главным было разрушение художественной инфраструктуры, советской, конечно, инфраструктуры, которая, собственно, была в Москве того времени собственно, когда начались так называемые реформы, то в Москве существовала достаточно разветвленная инфраструктура домов культуры, внутри которых происходила, собственно, вся неформальная художественная жизнь того времени. Я имею в виду не официозные мероприятия, а то, что, так сказать, что называется, разрешалось уже во время перестройки разрешалось, но в то же время не претендовала на какую-то такую официозную, официальную позицию. Так вот, в 1991 году подобная деятельность стала невозможной, потому что произошли реформы, и все эти ДК постепенно стали, ну, собственно, если говорить про конкретно мою, мой опыт, да, они просто требовали стопроцентную предоплату, что было невозможно, естественно, что молодые люди андеграундной культуры не могли делать эту стопроцентную предоплату, и они должны были каким-то образом, да, так сказать, выступать. Да. Эти площадки были закрыты с этого момента. Ну и второй момент, который здесь тоже очень важен, это то, что постепенно они стали вообще перепрофилироваться в… В мебельные салоны, в различные автосалоны, да, ну, сказать, вот то, что в 90-е годы стало происходить. И для художников осталось свободным именно общественное пространство, то есть улицы Москвы, площади. И вот эта акция на Красной площади, она нами, собственно говоря, продумывалась именно как боевая операция. Мы ее приурочили к выходу закона о нравственности, Вышел за три дня до этой акции такой закон, где я запрещался ругаться матом в общественных местах. Вот и э, ну и вот мы, собственно, это дело приурочили. И так попало, что это было за два или за дня до рождения Ленина, потому что Ленин 20 апреля, по-моему, родился или 21 апреля. Там не помню. Гитлер 20 или Ленин? В общем, короче, нас обв... я был, собственно, последний, кто общался с Комитетом государственной безопасности, потому что меня спрашивали, хотел ли я связать это слово с именем Ленина. Вот. На что я ответил по совету поэта Вознесенского, что если я бы хотел связать с именем Ленина, я бы тире поставил. Вот. Так как тире я не поставил, то никакого отношения к Ленину это не имеет. Но действительно, это никакого отношения к Ленину не имело. Но, в общем, было там заведено уголовное дело, пытались это все довольно быстро оформить для того, чтобы сделать показательный процесс. Но, в общем, в итоге вот один из моих соратников, который принимал участие в этой акции, он, я-то вообще хотел на суд идти, и сказать все что я думаю о правлении того времени вот а вот мой более старший товарищ который в милицию не пошел и на допросы не являлся он сказал что ты с ума сошел и в общем стал значит прилагать усилия для того чтобы получить всякие там письма там от мемориала той организации, еще какой-то организации. В общем, короче, он набрал огромную папку этих ходатайств и писем. И в итоге за три дня до августовских событий дело было закрыто за отсутствием состава преступления. Вот, собственно говоря, какая была история, конкретно связанная с моей одной из акций. Но помимо моих, так сказать, художественных усилий, были еще и два других художника, чрезвычайно важных. Это Александр Бреннер и Олег Кулик, которые уже чуть позже, где-то начиная с 1994 года, тоже значит, здесь занимались достаточно активно акционизмом, да, то есть делали различные акции. Ну э, самый, известный, самый известный перформанс Олега Кулика это, кстати, совместно с Александром Бреннером, это его э, акция э, в, у галереи Гельмана, которая называлась «Последняя табу», охраняемая одиноким Цербером, где Олег Кулик в образе дикой собаки э, охранял вход в галерею э, Марата Гельмана держал его, собственно говоря, за поводок Александра Бреннер. И если вы видели это видео, советую посмотреть, потому что оно необычайно э, экспансивное, и, в общем, это очень интересно смотреть, потому что галерея Германа там находилась на Якиманке, и, э, ну, собственно говоря, рядом была транспортная э, ну, собственно, улица, по которой ездили автомобили. Ну и вот, собственно, Кулик настолько обладал такой энергией, что бросался на проходящие автомобили. Представьте себе, вы едете на автомобиле, и вам на капот влетает голый мужик, который лает, кричит там и так далее. В общем, это все, все это тоже, на мой взгляд, ну, просто необычайно четко и точно отражала 90-е годы. То есть, ну вот, если посмотреть на, это, на эту документацию, то это, конечно, квитенсенция 90-х годов. С одной стороны, вот такой абсолютно э, оголтелый человек, полуголый или голый, э, доведенный до совершенно э, животного состояния, а с другой стороны, вот эта вот реакция свидетеля. Да, то человека, сидящего за рулем, который просто как бы в шоке смотрит на все это, не может понять вообще, где он находится. А, ну, так сказать, вот это, безусловно, очень важная акция для 90-х годов, по которой, конечно, будут так же, как и о тех самых несчастных ложках, о которых я вам говорил, про художника Малевича, который прошелся да, по Кузнецкому мосту в Петлицах с ложками можно судить о времени том 1913-14 годах. Так и, собственно, об этой акции Кулика тоже через 20-50 лет можно будет судить и понять, что из себя представляла Москва 90-х годов. Ну и, наверное, последний пример такого действия, перформанса можно привести, хотя, конечно, непосредственно, так сказать, перформансу, может быть, это имеет отдаленное отношение. <coughs> это действие Александра Бреннера, когда он в музее Стеделлик баллончиком с краской написал на известной работе Казимира Малевича знак доллара на Белом кресте на Белом. Так называлась эта работа. Значит, он вписал знак доллара вот в, этот, в эту работу Казимира Малевича. За что получил 4 месяца тюрьмы. Ну, был суд, 4 месяца тюрьмы. По-моему, получил еще пожизненное пожизненную невозможность посещать стеделик музей ну, в данном случае вы можете, наверное, задать вопрос, что какое это имеет отношение к искусству, может, это просто хулиганство или вообще уголовная уголовка. Вот. Здесь надо просто совершенно четко понять, что искусство бывает и таким, собственно говоря, почему, собственно, искусство может быть и связано с уголовным нарушением уголовного кодекса. Это совершенно... Две параллельные вещи. И да, действительно, Брендер в данном случае нарушил святое, так сказать, правило неприкосновенности частной или государственной собственности. Вот. То есть здесь надо понимать, что искусство, это само по себе название искусства, это не индульгенция и не какая-то отмазка. Да, вот что очень многие. Почему-то так относится, что если что-то называется искусством, то это значит какая-то отмазка или индульгенция от последствий, которые могут иметь те или иные действия. Конечно, это не так. Вот. Но, безусловно, это действие оно еще раз поставило под вопрос, что есть искусство и вообще, да, так сказать, насколько в искусстве может быть преодолена та самая дистанция между образом и действием, конечно, в в в этом жесте Бреннера эта дистанция была просто полностью э, уничтожена, да, то есть здесь не идет разговор ни о каком, э, так сказать никакой имитации, да, это непосредственное такое вот вандалистское действие, чистой воды вандализм. Ну, на этом можно, наверное, закончить. Наверное, в завершение я, наверное, скажу про известный скандал, который произошел вот совсем недавно, буквально несколько дней тому назад, и связан он с действиями так называемых православных активистов группы «Божья воля». И вот у нас в Фейсбуке по этому поводу большой спор произошел. Очень некоторые художники, в основном православного, так сказать, вероисповедания, предъявляют нам претензии, что вот мы, как бы, собственно говоря, дали возможность этим людям делать вот эти мерзости, которые они устроили на выставке Сидор, а именно разрушили несколько работ. Ну, я могу на это, на это, по крайней мере, сразу да, сказать, что есть принципиальных два отличия, которые, надо сказать, фундаментальные. Первое отличие заключается в том, что то, что сделали эти православные активисты, это действие извне, это не внутри художественного сообщества происходит, и они не ставят никакой художественной проблематики. И второе, что тоже чрезвычайно важно, что сам по себе вот этот персонаж, как бы этот, я не помню его, НТО, Тео, там, вот, он является, собственно говоря, сам себя считает, как он как бы заявляет, православным активистом, и основная его интенция, которой он руководствуется, это вот, собственно говоря, можно сказать, этическая интенция, да, если уместно это в данном случае употреблять это слово, то есть его протест происходит по разряду этического действия. То есть он скорее ближе к тому самому Никола Салосу или Василию Блаженному, чем к художникам-акционистам. Потому что, повторяю, что художники-акционисты руководствуются в большей степени художественной проблематикой да, или философской проблематикой, но в меньшей степени этической. Поэтому, э, завершая уже, можно сказать, что, конечно, чрезвычайно важно, чтобы этот э, жест получил свое четкое э, определение, я имею в виду жест э, НТО. И, конечно же, российское государство должно заботиться о том, чтобы различные э, сферы деятельности, такие как религиозная, художественная или политическая, не пересекались друг с другом. Собственно говоря, основа цивилизованного западноевропейского общества в этом состоит, что э, общество картографировано, что существуют определенные области, в которых Происходят религиозные действия в каких-то областях художественные, и между ними да, существуют четкие жесткие границы, которые нельзя переступать. И, в общем-то, государство как раз за этим и смотрит, что эти границы переступать, те или иные люди, не должны. Потому что если они будут прозрачные и так сказать, их будет возможно переступать, то все закончится просто гражданской войной. Будем надеяться, что у нас этого не произойдет.